Поднимаясь выше, приходит понимание того, что все те проблемы, негатив, страх, которые ты сам для себя создал, это лишь воображение твоего разума. Я всегда стремился поймать гармонию с природой и с самим собой. Я искал ту самую дорогу под названием «Путь к себе». Знаешь, я был рожден и воспитан в гетто. И если ты не знаешь, чем себя занять и по какой сфере двигать, то ты мог запросто уйти в зависимость, сосоряя нос крэком. Творец дал нам свободу выбора, и это великая идея. Он нас слепил, но право долепить себя дал нам. Я выбрал незнакомый мне путь, которому не учат в школе. Я каждый день веду борьбу с самим собой. Действуй. Ты уже получил все то, чтобы начать изменять жизнь. One love, one life. Это мой девиз. Эта фраза повествует о пережитом этапе в моей жизни. Этапе прозрения, можно назвать его так. Ведь время не стоит на месте. Время течет, как течет река, унося все плохое, унося грусть и боль пережитых моментов. Но не отнимет и чувства и опыт, которые оно подарило. Ведь рано или поздно чаша добра лишь зла переполнится, а Создатель рассудит по справедливости. А пока, набравшись сил, я буду продолжать свою миссию. Путь создания группы был очень долгий и интересный по-своему. Все начиналось, как говорится, на улице, босоногие пацаны бегают без забот, без хлопот. Ну, все как-то начиналось с того, что начали сочинять текста, что-то пытались, пробовали. Вроде как получалось, записывали на караоке микрофон. Было интересно, было, сейчас даже вспоминаешь, было что вспомнить. Ну, со временем, как бы, все меняется, хочется большего. Важно понимать, что время никого не ждет, время работает по своим правилам, тик-так, тик-так. И неважно, опережаешь ты время или отстаешь, время нельзя взять в кредит. У человека всегда есть два выбора. Либо сеять весной, либо просить подаяние осенью. Родители сумели воспитать во мне те качества, которые относятся к первому варианту. Мы с Закиром, он по совместительству мой друг, коллега, далее брат, создали Self-Made Production. Многие спрашивают, почему именно Self-Made? Важно понимать, что продакшн делается не почему, продакшн делается потому, что мы дали такое название, потому что мы так себя видим. Это отражение того, что мы сами себя делаем без чужой инвестиции. Self-made – это то, что мы делаем, то, чем мы занимаемся, то, из чего мы сделаны, можно сказать. Self-made – это очень трудоемкий процесс, очень много работы, очень много усилий. С разных сторон много восклицаний того, что это невозможно, это просто баловство, но это не так. Все это осуществимо, все это возможно только если есть цель. Если есть конкретная цель, то все получится. Это главное. На сегодняшний день мы с Закиром делаем абсолютно новый продукт, абсолютно свой продукт. Можно сказать, что мы самородки, мы сами делаем себя. И вам желаю того, чтобы вы сами себя делали. Несмотря ни на какие барьеры, преграды. Если на сегодняшний день это кажется для тебя проблема, значит ты маленький. Надо быть выше проблемы любой, и тогда ты это все разрушишь. И муза ко мне приходит тогда, когда я качаюсь с Кирой, или же там где-то мы едем, или я слушаю какую-то музыку.
То есть вдохновение приходит отовсюду. От услышанной музыки, от пролетевшей птицы, там, неважно. Я хочу выразить огромное спасибо тем, кто мне не помогал. Именно за счет них я все сделал сам. Когда мне роют яму, я не мешаю, я жду, пусть выкопают. После я сделаю из этого бассейн и буду плавать с Загиром вместе. Смотри. Ведь жизнь не ломает, а ломает тебя. Мам, посмотри, твой сын не отступился. Во, во. Нормально? И что? По фотке все нормально, да? Да. Все, все, без проблем. Осталось записать. Сделано. Я шаг, и слыша голос изнутри, давай смелее, брат. Остерегаешься соблазн внешней суеты. Ты выбрал этот путь, ты творец своей судьбы. Жесткость? Жестче. Но у тебя, видишь, у тебя там же играет бочка сабовая. Она там этот... Она там, она займет сейчас там низ. Да, я ее эту сабу поставил за неимением. Просто не нашел ничего подходящего. Я здесь не нашел. На Фрутилусе у меня вот прям отдельно биты, басы, бочки все были по полочкам. В принципе, получалось нормально на том бурке. Ага. Мне просто тише сделать на сторону. Сейчас не так играть. Ну, там одинаково, похоже. Или оставить их было? Ну вот он. Давай сейчас посмотрим, что получится. Это твоя задумка. Они расскажут и покажут все тебе с нуля. Be with self-made, I know you know it's true. Be with handmade, мы сами сделали себя. Посмотри в глаза, они расскажут и покажут все тебе с нуля. More fuck на true story and true life. Beat West, myself, да, бро, это мой кайф. И в начале, и в пути они твердят одно и то же. Не пытайся того удивить, ты же ничего не сможешь. До вершины, до успеха, даже не мечтай, знаешь, не судьба. Ты знаешь, они говорят, что это ерунда, что я строю свои планы из песка. Я так далеко, я так высоко, улетел мой режим по барабану. Изучаю себя, отлетаю в границы, полный вперед, лечу к мечте. Салам алейкум, всем, кто нас верил, а кто не верил, салам. Мама, алейкум, я из Гетто Про. Это час меня, это кроус правда. Сверляем карту, каждый день обгоняю день. Отбросив лень, сделал сам себя. Ведь жизнь не ломает, а ломает себя. Мам, посмотри, твой сын не отступился. Тома Закиром всегда так. Во главе стола никогда не ставит деньги. Во главе стола он всегда стоит. Свежие идеи, командный дух и взаимопонимание. На пути у нас всегда возникали проблемы. Неважно, мы с ним конфликтуем или же где-то что-то у нас какие-то проблемы, мы всегда их вместе решаем. Если нас что-то задело конкретно, мы можем друг другу не позвонить, то этого не произойдет. Скажу почему, потому что мы
дружим с 95 года, и этот возраст, это охват, масштабный охват, столько даже не живут. И смотря на этот возраст дружбы, на все проблемы закрываются как-то глаза. Это наша правда, man. Это время перемен. My life, my memory. Music, my remedy. One love, one life. Self-made, I know you like. One love, one life. Self-made, I know you like. Время скоротечно, мы не вечны. Я им дорожу и стараясь свой нести вклад, продолжая миссию. По ступенькам плавно поднимая планку выше, выше. Это моя правда жизни. Здесь я занимаю свою нишу, получая что-то в жизни. Не забудь отдать замен, обретая новый смысл. Пришло время перемен. Beat West self-made, I never know it's true. Beat West handmade, мы сами сделали себя. Посмотри в глаза, они расскажут и покажут все тебе с нуля. Yeah. Be best self-made, I know you know it's true. Be best handmade, мы сами сделали себя. Посмотри в глаза, они расскажут и покажут все тебе с нуля. Yeah. Человек, который хочет, сделает больше, чем тот, кто может. Кто-то берется нас судить по нашим трем или четырем трекам. Думает, что все это легко, эти 3 минуты клипа, 3 минуты трека. И весь образ невозможно судить по этим вещам. Это наше детище, которое мы вынашиваем и маринуем, после выставляем на суд зрителей. Не совсем так, что можно судить человека вот по этим вот вещам, то, что я там спел или где-то что-то сделал. Это просто часть, может, это колесо от машины и все. Но невозможно же пианино прочувствовать, имея в распоряжении дощечку и стул. Все. Нет, это неправильно, нужен весь механизм. Тогда ты поймешь, что это и как это работает. Все думают, что у них много времени, что все вроде бы под контролем. Но, как показывает практика, это не совсем так. Никакие потраченные деньги мира не сравнятся с потраченным временем. Это не то, чтобы я сейчас показываю свою улыбку и пытаюсь что-то вам объяснить. Нет, это не так. Я просто делюсь тем, что я познал и прочувствовал время. И вам желаю поймать чувство времени.